два, три и четыре, пять и шесть, семь и восемь. Зигзаг на крест. Поворот. Павел, как истинный джентльмен, предоставил повороты. Решил оставить повороты для партнерши. Сам так. Хорошо, ты контролировал ситуацию, правильно? А то вдруг упадет. Девчонки лучше танцевать, может, стали. Поэтому сбиваюсь чуть-чуть. Да все стараются, просто у кого-то получается быстрее, у кого-то не очень быстро. Нет, Паша молодец. Вот за себя я могу сказать, что вообще ничего не получается. Я не знаю, то ли сегодня день такой, то ли снег выпал. Но самбо у меня сегодня вообще не получается. Я все путаю. Вот что значит прогуляла одну, ну не прогуляла, по уважительной причине пропустила одну тренировку. И такое ощущение, как будто, я не знаю, месяц прошел. Все забыла. Сегодня пришла, вроде бы все то же самое, но не знаю, встала в пару. Ну, импровизировала, вспоминала, конечно. Ну, я сегодня дурачок. Вот. Ограничил, главное, ее в пространстве, как качественно выполняет. Отлично. Помощи. Так, ребята, еще разочек. Значит, вы станцевали станционарный самбо-ход. 5, 6, 7. Простите, я манула. 1, 2. А, вольта. Вольта вы закончили. Та-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да. Отсюда. Нога была в стороне. Сразу назад, девочки, идете с этой же ноги. Переступить. Назад, переступить. Назад, переступить. Назад, переступить. Стоп. Молодец. И отсюда. Свободная нога же, левая в данном случае, идет на крест, вперед-назад. Переступили. Стоп-стоп-стоп. И впереди стоящей ногой. Лена, левая нога сзади, правая свободная, без веса. Все правильно. Так. Где ты тренировал поворот или что? Да. Когда поворот делаешь, смотрите, шаг, правая нога, вращение, поставка, шаг. На поворот. Да. Нет, ты, и там, и по... Быстрее, тудум. И на крест. Еще раз делай. Тудум. Поворот. Держи спину, делай шаг в левую сторону. И раз, стоп, не торопись ногой, не торопись. Веди тело, тело веди. Ба-бам. Ты делаешь шаг. Шаг, шаг, шаг. А у тебя идет шаг, подставка. Шаг, подставка, шаг. И шаг, подставка, шаг. Лучше только еще меньше двигайся. Это движение называется вращение. Суть движения – это вращение, да. А ты пытаешься удлинить. Да, молодец. Больше шаг потом. И шаг, подставка, шаг. Быстрее, как только у тебя одна нога подставляет шаг, подставка, шаг, сразу. Больше шаг, второй. Вернее, третий. И шаг туда. Меньше, это меньше первый. Ну, это динамичный такой довольно танец. Вот. Его можно танцевать также не только на конкурсах, но и в баре. Вот этим он мне и нравится. И шаг. Поставка и больше. Нет, вот левой ногой больше шаг делай. Первый. Маленький. И медленно. И быстро, быстро поменять. Отсюда сразу назад. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. С этой же ноги вперед. Раз, и два. Поворот. 5 и 6. Поворот. Хорошо. Запомнили чуть-чуть? Да. Как бы заднюю ногу, да, вытягиваем? Да, 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 да. Тоже вытягиваем назад ножку. Не-не-не, мы остаемся впереди. Стоящую, а сзади ножку мы ее вытягиваем и туда медленно наступаем. То есть мы не сразу вваливаемся в ногу туда, да? Мы больше остаемся впереди на ноге. 5, 6, 7, 7. Раз, и два. На месте. Да дайте вы ей повернуться, что ж вы... Я жду, пока так она нет, рук-то отпустить нужно, она же не под рукой поворачивается-то. Отпускаем ручку, она... Ну, иду, конечно же, давайте.
Ну вот шажочек. Да. И раз, и два. Хорошо, ручки отпускайте. Отпусти. Какую? Две. Две. Три и четыре. Ручки отпускайте, и опять, да. И раз, где? И два. Две. Три и четыре. Ой, какая компания. Когда мы заканчиваем, раз и два. И раз. И назад. И раз. Приступаем. Шаг, приступаем. Шаг, 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 вперед. Да. И вперед. Захлёт. Поворот. Вперед. Да, у меня сегодня отличное настроение. В самом начале, мне кажется, такой негатив был у всех, в основном у девочек, потому что девочки быстрее учатся, чем мальчики. Более гибкие, а мальчики деревянные. Вот. И, соответственно, когда ставили, и получалось, что не было стыковки, и вроде как хотелось уже расслабиться, а расслабиться не получалось. Соответственно, у всех был определенный негатив, что партнер не подходит. Сейчас мы учимся, и ну, как бы с каждым разом все больше получается. Ну и парни, соответственно, уже учится, как нас держать, и, может быть, поэтому уже как-то проще стало отчасти. Захлёст, ещё поворот. Хорошо, ребята. Давай ещё раз. Я думаю, всё на этом мы с вами должны закончить. Приготовились выполнить великолепнейший поклон. Приготовились. И не убиваем соседа, помним, да? Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Замечательно. Собираетесь в командировку? Один звонок в компанию «Реноме» и вам гарантированный комфорт и деловая атмосфера бизнес-поездки. Компания «Реноме». Ту задачу, которую основную мы им поставили, выучить шаги, правильно двигаться в этих шагах под музыку, не путаться под ногами у партнерши или у партнеров. С этим они отлично справляются, и мы этим очень довольны.